Да, ничего иное, прикинь, все нормально. Ждем друга нашего, Мерхабу. Мерхаба, куда пойдем? Ты куда пошел? Сюда? Давай я за тобой. Ох-хо-хо-хо-хо, кто там бегает, смотри, алло. Эй, тут смотри, куча чуваков, я сейчас попробую этого убить. Есть, я его убил. Все, собираю все банки, у нас куча банков, 8. 8 баночек, хорошо. Так, три команды осталось, ребята. Так, ой-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 ой. Так, моего друга убили, это очень плохо. Да-дуда-дуда, да-дуда-плей, дуда-плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть в игру с Мерхабой из Турции, на дружище из Турции. Мерхаба. Мы играем вместе с ним. Турция и Россия. Так, а я взял Ниту. Попробуем. Я давно не играл Нитой, господи. Она у меня еще не прокачанная. Не прокачанный боец. И меня вот эта гадина забрала, представляешь? И меня еще убила. Да, бывает так. Представляешь? Вот что значит у меня не прокачанный боец Нита. Да, Ниту мне прокачивать надо. Так, давай, давай посмотрим. Кого он выберет? Другого, может быть, выберет чувака. Нита вообще у меня слабая. Я ее практически никогда не играл. Ладно, выбираем мы тогда не Ниту берем. А выбираем, допустим, Шелли. Да? Почему бы нет? Почему бы и не Шелли? Поехали. С Шелли, Шелли-то получше. Да. Ее супер выбивает конкретно врагов. Хорошо, хорошо. Так, ну, Шелли, Шелли, она такая чувиха. А, тут ничего нету интересного, да? Ладно, я проверил просто, ничего нету интересного. Так ты мне кинул бы сюда, чтобы я сундучок открыл. О, сколько бандитов, бандитов бежит. Все, меня убили. А, куда ж ты побежал, Мерхаба? Так, а где ты? А, все. Минус 3 кубка сразу. Так, нет, я не буду Шелли играть. Так, выйти. Не буду я играть за Шелли. Я буду... Выберу я Розу. Слушай. А, Кольта? Ты Кольтом? Ну давай, Кольтом, господи. Давай этот чат, я тебе скажу, что... Давай предложить ему бойца. Так, где... А, так, давай ему предложим бойца другого. Сказать. Чат. А, Шелли, возьмешь этого бойца? Нет. Так, а ну, а как мне тебе предложить тогда другого бойца? Не умею я предлагать, короче, ладно. Я ничего не вкурил, как там предлагать. Ладно, если я сейчас проиграю, то это вообще капец будет. Это будет капец. Ну, за Кольта, в принципе, я умею играть. За Кольта я играть умею. Ага, Кольт у меня дальний боец. Да, умею, сказал, играть. Так, дружище мой погиб. Дружище. Так, а это что, банка лежит? Ничейная, что ли? Да, ничейная, прикинь. Все нормально. Ждем друга нашего, Мерхабу. Мерхаба, куда пойдем? Ты куда пошел? Сюда? Давай я за тобой. Ох-хо-хо-хо-хо, кто там бегает, смотри, алло. Эй, тут смотри, куча чуваков. Я сейчас попробую этого убить. Есть, я его убил. Все, собираю все банки. У нас куча банков, 8. 8 баночек, хорошо. Так, три команды осталось, ребята. Так, ой-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 ой. Так, моего друга убили, это очень плохо. Тихо-тихо, хух. Вообще, я сейчас здесь постою немножечко. Нет, надо вниз идти. Так, три команды осталось. Ладно, сейчас быстренько восстановлюсь. О! Так, тут опять один, тут опять робот, смотри, появился. Куда-то он ушел. Так, Дэрила попробую убить. Где? А. Тихо-тихо-тихо. Нафиг. Ты чё еще гад, за мной бежишь, а? Вот я тебе нужен, алё. Вот зачем я тебе нужен? Иди нафиг от меня. О, давай. Все, убили. У меня уже 13 банк. Так, вот они, чуваки, идут. Ох, нифига себе. Так, этого я убил. Иди нафиг, давай я тебя вот сейчас убью. Есть, я его убил своим супром. Это очень даже хорошо. 9 кубков мы получили, нормально. Вот это я понимаю, игра. Да, нифига, Кольту сразу дали кучу. Кучу всего. Так, все, играем снова. Давай, поиграем еще раз. Поиграем, 6 минуточек поиграем. Я пойду делать себе вкусный чай. Вкуснейший чайчик. А я очень люблю чай. А еще я очень люблю кофе. Кофе с молоком, да. 3 ложки сахара.
Три ложки, может даже четыре. А, вообще какой-то мы сахар купили. И он очень-очень сладкий. Не знаю почему. О, опять робот. Ёшки-моташки за нами гонятся. Идите нафиг. Не-н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 е. Не-не-не-не-не-не-не-не. Э, вонючка, я тебя убью сейчас. Так, где мой друг бегает? Давай поможем моему другу. Он моего друга убил, за что? И еще за мной гонится, смотри. Ай-я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 й. Эй, чё? А, гад, смотри. Сейчас тоже ты умрешь, видишь, тоже он умер. Ох, минус два кубка. Ой, как жалко, как плохо, как. Давай, я тоже меняюсь, другого бойца. А ты, Мерхаба, не устал вообще играть? За этого, как его? Как господин называется? Так, он приглашен в команду. Принять. Так, а подожди, я же менял бойца. А что, не будем менять бойца? Все, играем дальше? А, что-то печатает. Ну, давай подождем. Он мне сейчас что-то напечатает, скажет, поменять какого-то другого бойца возьми. Ну, я же знаю вообще, за кого я умею играть, за кого не умею играть. Может, за Розу? И может, я Розочку возьму? О, Роза, давай я буду Роза играть. Поехали. Готово. Так, нет, что-то печатает. Нет, он все-таки за Барли хочет играть, Барли. А Барли, знаешь, на кого? На Бендера похож. Похож на Бендера в мультике Футурама. Скажи, ты напиши в комментарии, ты играл, о, ты смотрел мультики Футурама или нет? Мой подписчик. Так, а что он, все, он что-то пишет, что такое, алло, что-то печатает. Давай уже играть. Нет, смотри, не хочет. Ладно, я примерно знаю, он скажет, возьми Леона. Я взял Леона. Что, пошли играть. Нет, все равно что-то печатает. Непонятно. Вот, я буду Леоном играть. Ну, дальше, чего? Печатает до сих пор. Да, а, недоступно. Ну, давай ему. А, у меня в чате что-то написал, что ли? Подожди, чат, алло. А, Хесабини Бана Вери Миши. Вот это он мне пишет. Хесабини Бана Вери Миши. Хесабина Бана Вери Миши. Хесабини Вери Миши. Так и я не понимаю, по-твоему. А, я сейчас напишу. А, вот так вот. А, и что это значит? Хешабиши Бара Мирамиши. Кого взять мне? Давай я возьму Була. Поехали. Не знаю, что-то он мне написал, я написал ему. А, типа понял тебя, да? Ничего, что я русский, а ты турок. И мы друг друга не бельме. У нас разные языки. Но я потом переведу. Хешабини Бара Мирамиши. Это я потом переведу. Слушай, а может быть он не турок, может быть он индиец. И он мне рассказывает, как у него дела. Ох, убили, гады. Так, ладно, идите нафиг. На, я тебя побью сейчас. Вонючки. Самые натуральные вонючки, особенно вот этот чувак. Все, кранты вам, все. Ах, меня убили. Ё-моё. Да потому что Барли это стрёмный боец. Ну все, его тоже убили. Я говорю, ну в смысле у меня 4 минус 4 кубка? Да я не знаю, почему он Барли играет в Барли постоянно. Давай я это выберу. Выберу, например, Кольта. Во. Кольта. Есть. Давай, поехали. Я буду с Кольтом играть. Так, у него это экран окончания. Ну почему? Давай. Я выбрал Кольта. Давай играть вместе. Вот такой вот друг у меня Мерхаба Кольчу. Мерхаба. А, это не К, это даже это Г, Гольчу. Мерхаба Гольчу. Ждем. Ждем его. Да, у него что-то там зависло. Ладно, выходим с команду. Играем Чистаковым сами. Без него. Что-то там завис. Непонятно. А, играю я за. Я одним играю. Смотри, я одним играю. Ладно. У нас 10 команд. О, 10 игроков. 10 игроков, так 10 игроков. Так, подходим поближе и стреляем прям в упор. Тогда удар у нас будет максимальный, наверное. А чё, я чё, промахиваюсь, что ли, или чё? Алло. Вон, Барли идет. Спасибо. Ах, убил меня, да в смысле, за что? Если у меня сейчас будут минус кубки, мне будет плохо. Мне будет плохо. Давай посмотрим, кто меня убил. Меня убила Джеки, вот этого. Сейчас посмотрим. Смотри, видишь, Джеки подходит близко и начинает стрелять. О, этот. Не знаю, зачем я так сделала.
Да подойди ты близко и сразу нахлобучь. Что ты бегаешь, прыгаешь? Ой, тупая Джеки какая, смотри. Да, странно. Да, минус один. Минус один. Кольтик, Кольтик, а ну-ка, знаешь, что я сделаю сейчас? Я выберу розу. И поиграю еще раз. Я должен немножечко заработать кубков. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть. Так, вон у меня где роза. Так, идем наверх. Так, а тут какой-то ты чувак. Ой, он до меня идет. Иди нафиг. А, ну что-то наверх. А, ты со мной так хочешь побегать? Побегать так со мной захотел. Так, а ну-ка, ой-ой-ой-ой-ой-ой, что тут творится? Так, посижу я здесь немножечко в уголку. Ох, нифига, там-то бойцы сильные. Где-то он здесь стоит, смотри. А, вон он где стоял. Подойдите ко мне кто-нибудь, я вас нахлобучу. О, Дэрил, 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 Дэрил. Давай, 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 Дэрил. А, убегаешь, гад. Убежал Дэрил все-таки, убежал. Ладно. А, стоит ему отдать должное Дэрилу. Все-таки он молодец, он убежал. Но, блин, я бы еще какой-нибудь прыжок бы сделал бы, убил бы. Так, этот чувиха ходит. Эх, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот этот чувачок ходит. Иди ко мне, пожалуйста. Нет, не захотел. Так, ладно. Мы здесь сейчас постоим, подождем. Подождем, подождем, чтобы кто-нибудь нам подошел. Сейчас посмотрим. Вот он бежит, крокодил этот. Сейчас я крокодила нахлобучу. Давай, давай, крокодил. Оба! И Дэрил выбежал, гаденыш, и забрал мои кубки. Бывает такое. Бывает такое. Но розочка все равно немножечко у нас подкачалась. Ну, а на этом будем, скорее всего, заканчивать серию, дорогие друзья. В следующей серии я буду открывать бочонки вот эти все. А, мерхаба, приглашение в команду принять. Ну, так что так, дорогие друзья. Будем заканчивать серию. Всем пока-пока!